Свои коллекции показали ведущие дизайнеры страны. Так, имя Антонины Шаповаловой уже широко известно в мире шоу-бизнеса. Она представила свою летнюю коллекцию. Среди гостей показа не только сочинцы, было немало и гостей города. Примечательно то, что прибыли они на курорт специально, чтобы посмотреть шоу. Не только спортивная столица город Сочи, не только спортивно-развлекательная, но и, конечно, мы очень рады, что наши люди могут лицезреть такое замечательное мероприятие. Показ стал одним из примеров развития событийного туризма, программы, которую разрабатывает и продвигает администрация Сочи. Такие фэшн-шоу могут стать регулярными, что поможет развивать курорт и далее как центр и развлекательного, и делового туризма.